конечно, возьмем метро и не На улице Маловска производится уборка полосок безопасности вручную. Производится уборка подметально-уборочной машиной «Глобус». Также производится уборки остановочных комплексов, уборка, мойка. В Суворовском районе по КП «Городские дороги» сегодня задействовано 15 единиц техники. Это подметально-уборочные машины, экскаваторы, техника каналопромывочные машины. Также у нас в Суворовском районе производится очистка на улице Семена Палия дождеприемных колодцев, коллекторов, рукавов дождеприемников. Сегодня задействованы все коммунальные предприятия в этом районе. Это и КП «Горзелентрес», КП «ЖКС», управляющие компании, «Одесгорсвет», «Одесгорэлектротранс». Сегодня здесь санитарный день, мы уделили больше времени и внимания контактной сети трамвая по этому району. Плановый осмотр сети, ремонт, устранение мелких неполадок. Сегодня пятница, и сегодня совместно с городским хозяйством мы проводим такую, скажем, акцию за чистоту города Одессы. Убираем территорию, находящуюся возле трамвайного депо, убираем путя и помогаем жителям близлежащего нахождения возле территории убрать мусор. Проводим уборку тщательнее. Мы как бы убираем каждый день такая уборка, но сегодня больше внимания, и окна помыты, и территория вот чистая. Ну, стараемся, чтобы было чисто, приятно для людей делаем. Сегодня у нас по плану уборка межпутя трамвайного пути от листвы и мусора по 7-му маршруту по Черноморского казачества. Планируем тот участок от Красной Гвардии до 7-й Пересовской по уборке именно листвы, а так в целом по маршруте идет и уборка еще мусора. То есть это бутылки, банки, ну весь мусор, который бытовой бросают и пассажиры, и прохожие. Производим уборку. Листва после окучивается, собирается в пакет, и дальше мы ее возим на свалку, мусорную свалку.
Санитарный день Суворовского района, так называемая генеральная уборка, на которой управляющая компания «Суворовский» вышла с 9 часов утра. С 6 до 9 мы были на своих домах, которые находятся в управлении, убирали там. И в 9 вышли всем составом дворники с мастерами, с нашей техникой на уборку фасадов. Мы сейчас находимся на проспекте Добровольского, где наши сотрудники собирают опалую листву старую, складывают мешки и грузят либо в нашу технику, либо сегодня нам помогает мусоровывозящая компания. Погружаем листву в технику и дальше вывозим на свалку. Также у нас работает, у нас на сегодняшний день 7 локаций, сбор мусора, сбор листвы, уборка, очистка столбов от объявлений, с стихийных свалок и так далее. И не забываем о том, что Новый год закончился, и люди выносят елочки, которые мы тоже вывозим. Я очень довольна, что департамент городского хозяйства сегодня возобновил санитарные дни. Суворовская райадминистрация на сегодняшний день, как я знаю, будет проводить эти санитарные дни по пятницам. Мы согласны на то, что необходимо проводить эти санитарные дни, но мне бы очень хотелось, чтобы подключились ко всему этому не только ОСМД, но подключились бы все службы другие, и предприятия, и организации, и торговые предприятия, торговые точки, которые находятся у нас на территории. Мы всегда готовы прийти на помощь, если это необходимо, и помочь в уборке этих бесхозных участков. Ну, потому что мы все работаем сегодня для чего? Для блага, ну, в первую очередь, нашего района, в котором районе мы проживаем. Мы находимся по адресу Хаджибеевская дорога 32 на дренажной насосной номер 5.
В рамках программы «Санитарно-техническая пятница», поэтому она проходит у нас в Суворовском районе, дренажная насосная находится на территории Суворовского района. Данная насосная станция осуществляет откачку воды круглосуточно. Насосы работают 24 часа в сутки. Единственный день у нас есть пятница. Сегодня мы производим замену саленьковой набивки и смазку подшипников на наших насосах. Также в рамках санитарно-технической пятницы на прилегающей территории данной насосной станции мы приводим ее в надлежащее санитарное состояние. Сегодня у нас завершается первая рабочая неделя пилотного проекта, так называемый санитарно-технический день района. У нас в городе 4 района, соответственно, Киевский, Малиновский, Приморский, Суворовский. Мы выделили каждому району один день в неделю, соответственно, вторник, среда, четверг, пятница. В эти дни мы работаем на тех же объектах, на тех же площадках. Все эти объекты распределены у каждого коммунального предприятия согласно своего графика работ. Мы просто объединяем свои усилия в одном районе. Вот сегодня мы работаем в Суворовском районе. Здесь мы сегодня и приводим в порядок дороги, и приводим в порядок, ремонтируем контактные линии электропередач, и приводим в порядок межпутье, и приводим в порядок наши зеленые зоны, и парки, и скверы, и наши дренажные системы, ремонтируем люки. Более того, наши жилищно-коммунальные сервисы тоже принимают наравне с коммунальными предприятиями участие. То есть мы работаем все вместе. Смысл не в показательных выступлениях, смысл показать, что мы вместе, мы едины, и мы можем более качественно применить свои усилия. Мы просто объединяемся вместе для проведения какого-либо вида работ. Допустим, коммунальное предприятие «Борзовый лес» проводит подвеску деревьев. Здесь же можно подобрать все эти ветки, почистить дорогу. А управляющая компания «Суворовский», я говорю конкретно о Суворовском районе, управляющая компания «Суворовский» убирает свои прилегающие придомовые территории. Тут же мусоровозящая компания выделила технику специализированную, мы этот мусор вывозим на свалку и не отправляем. Здесь же необходимо почистить трамвайное полотно, коммунальное предприятие ОГЭД приводит в порядок это полотно, тут же этот мусор забирается. То есть смысл работы – это объединить наши все усилия для того, чтобы это было качественно и быстро. То есть мы сегодня делаем, знаете, как в квартире женщины делают генеральную уборку, то есть мы сегодня делаем генеральную уборку. Вот сегодня день генеральной уборки Суворовского района. То же самое мы делали на протяжении предыдущих 3 дней в 3 других районах. И я начала с того, что сегодня заканчивается первая рабочая неделя нашего пилотного проекта. Это не значит, что мы остановились. Нет. На следующей неделе мы начинаем тоже точно так же. Вторник, среда, четверг, пятница. И это будет постоянно. Что бы я хотела? Я бы хотела, чтобы эта наша акция получила свое развитие. И я прошу все СНД, все жилищно-коммунальные предприятия, я прошу все управляющие компании, все абсолютно предприятия, организации, помогайте, не сидите сложа руки. Запомните раз и навсегда, никто за вас делать не будет. Если вы любите свой город, вперед, у вас поле деятельности обширное. Работаем вместе, на благо нашего города.